Аллея из лип и кленов сегодня обрамляет дорогу неподалеку от горнолыжного комплекса. Ее высадили в день 33-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С инициативой выступил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Рассоха. Я как член постоянной комиссии по экологии и природопользованию Чернобыльской катастрофы парламента Республики Беларусь принциировал это решение посадить памятную аллею. Высадили деревья липу и клен сразу после митинга. И это связано и связывается с наведением порядка на земле, и с озеленением. Пришли и друзья, пришли и знакомые, пришли безработные. Просто-напросто народ сделал это дело, помог. И я думаю, что это останется в памяти и потомков, и подрастающего поколения. В посадке аллеи приняли участие десятки горожан. Среди самых активных – учащиеся лицея строителей. Я занимался посадкой деревьев, посадил около 4 или 5 саженцев. Выкопал также 7 или 8 ям, полил все деревья. В общем, мне понравилось. Мне нравится этим заниматься, потому что это уже не впервые. Я всегда принимаю активное участие в этой деятельности. Деревья – это символ жизни, и пускай весь Мозырь будет, весь месяц этим деревьям. Всего было высажено около 180 деревьев. При этом постарались соблюсти все правила посадки. Результат не заставит долго ждать. Совсем скоро аллея зазеленеет. Лидия Поттер, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».